Так, ну что, вот что у меня на завтра. 3 мила. Мои снеги — это 2 сырка, сыра, банан и яблоко. Значит, на завтрак у нас идет вот такой, это омлет со шпинатом, помидорами и фета-чизом и фруктовая нарезка. Вот так это выглядит все. Конечно же, сюда я добавлю свой новый срирача. Название такое смешное. Дальше, после завтрака у меня будет утром дома. После этого часов в 10 у меня будет снэк. На снэк это у меня будет банан и один сырок. Обед примерно в 1-2 часа. На обед у меня завтра это, в общем, это flatbread, хлеб, сверху курочка, аругула, салат, пармезан, сыр, sun-dried tomatoes, сушеные помидоры. И вот здесь вот небольшой такой салатик с бобов и с винегретом. Это у меня будет такой ланч. Дальше у меня это будет на работе. Потом, когда я поеду в ресторан, я по дороге съем второй сырок и яблоко, скорее всего. И уже на работе я съем свой ужин. Ужин это будет примерно у меня в 4:30. И на ужин у меня завтра будет салмон с бейзелом, если морковка, какие-то овощи. И вот эти noodles, они называются ginger bean fried noodles с овощами. В общем, не знаю, какие-то особенные noodles. В общем, вот так вот. Сейчас это все сфоткаю и выложу на Instagram, кому интересно. И под постом подпишу все, что, из чего и как. И все сложу в одну картинку, чтобы вы видели, что у меня будет. В общем, я решила не доставать, не показывать все, что смотреть, показывать хлеб, молоко, что ли. Вот, просто покажу некоторые вещи, которые я приобрела. Стиральный порошок купила я уже все время, не уже, а все время пользуюсь вот именно Тайдом, жидким порошком. Иногда это обычный оригинал. Сегодня я решила взять с Downy, с запахом свежести, скажем так. Вот таким гелем для душа я пользуюсь, тоже уже много лет от такой компании. Он такой достаточно большой, он стоит $10, но он стоит того. Один раз заплатить $10 и пользоваться я ему могу буквально там, не знаю, 4 месяца, если не больше. Взяла вот такой себе срирача соус, spicy соус, добавлять в свои милы. Очень клево, рекомендую. Взяла сырные палочки на снеки. Свои любимые NutriGrain взяла. Конечно же, пару авокадо, пару яблок взяла. И хочу сделать спагетти с митболами для Кэтрин. Ну и вот, как-то так это все основное, можно сказать. И там по мелочам тоже. Там молоко, сериал, яйца, все такое. Вот. И сейчас я хочу для вас показать свои милы. Ну что, добралась до дома я. Стащила, стирку уже забросила. Вот он мой ланч, обед и ужин. Я не обедала сегодня. После утреннего вот этого сэндвича, которого я съела только половину, даже меньше. У меня началась такая жесткая жога, я даже не смогла больше ничего есть потом. У меня здесь, смотрите, браун райс, курочка, перец, лук. Немножко сыра сверху, он расплавился. И сайт гвакамоли. Сейчас покушаю, потом вам покажу, что я купила. И покажу свои милы на завтрашний день. И я буду, и хочу выставлять на Инстаграм на свой план питания на каждый день. Не только, как раньше я выставляла только завтраки, идею завтраков. А сейчас будет прямо каждый день 3 подробных плана питания. И плюс 2 снека у меня будет. Так что... подписываемся, да? Ну и, конечно же, вот они, мои любимые собаки, которые хотят покушать что-нибудь другого, кроме собачьей еды, да? Красотки мои. Да? Аби. Аби. Розочка. Миленькая, хвостом. Ну что, закупилась. Заехала в Чипотли, купила себе темный рис с курочкой,
гвакамоле, а Кэтрин просто рис с бобами ей нравится. Вот. Сейчас покушать. Вот, потом будем делать заготовки на завтра. Стирка, немножко уборки, и хочу поработать над магазином своим. Вот, тут звонит один, приглашает пойти там поужинать, еще что-то. Я просто сбрасываю. Даже, не знаю, не такое состояние, никуда не хочу, в общем. С кем хотела пойти, и у меня по времени не получалось, они просто все разошлись, в общем. Ну, что поделать, сейчас такой, говорю, период у меня в жизни, что мне сейчас не конкретно ни до свидания, ни до чего. Единственный вечер свободный — это сегодня. Мне нужно приготовить, покушать, мне нужно постираться, прибраться, и все. Потому что следующую всю неделю я работаю. Так что нужно выбирать, как сказать, то, что более важное. Свидания подождут. Ладно, идем домой кушать. Кушать хочется. Ну что, мы с вами приехали в Publix, идемте закупаться, затариваться. Ох, как же я устала, я сейчас иду, у меня в голове мысли. У меня с 18 числа начинается учеба. Один класс онлайн, и один класс будет в среду с 6.30 до 9.30 вечера. Как я смогу это все делать? Нужно уходить с одной работы, чтобы у меня было время на учебу, потому что это важно. Поеду в Publix. Нужно еще будет купить мне крем для душа, у меня закончился. Порошок стиральный закончился, так что погнали. На улице дождик. Днем было солнце, жара, там дождик, вот так красиво, такая картинка красивая. Ну что, время 5 часов вечера, я добралась до дома, переоделась в спортивное, удобное. И сейчас поехала в супермаркет закупаться на неделю. Себе снеки, Кэтрин еду, что будем сегодня готовить с ней для нее. А у меня уже мои пошли первые 3 мила на завтрашний день. Сейчас доберусь до дома, и вам все покажу, что я буду кушать завтра и какие знаки я приобрела. Сейчас устала как собака, но нужно очень много сделать мне в супермаркет, нужно приготовить, покушать. Постираться, прибраться. Думаю, потом уже мне просто реально не будет сил. Но мне нужно будет еще кое-какие там свои дела сделать. Хотелось бы над магазином поработать. Распечатать бумагу нужно для университета, для Financial Aid. Да, ну, что помню. Что-то еще я уже забыла. В общем, так, что я иду в супермаркет сейчас. Ну, видео для вас сделать и выложить его сегодня. Едем в супермаркет, потом покажу, что я приобрела, и свою еду. Вот она моя, эта яичница. Фрукты, видите, здесь у нас дыня идет, ананас, пару ягод. Сейчас покажу вам еще раз, что внутри вот этого. Еще раз я вам показала, что внутри вот этого моего омлета. Яйца очень тонкие-тонкие такие. Здесь у нас шпинат, помидорка и фета-сыр. Немножко соуса, который я вчера купила, вам тоже показывала, срирача, спайси. Ну, немножко, много я его налила. И кофе в кружке с Ки-Веста, который нужно посетить в ближайшее будущее. Всем приятного аппетита и доброго утра. Да? Да? Розочка, скажи доброе утро. Роза! Роза! У меня собаки. Доброе утро, да, всем говорят? Да, Аби? Или покушать просит? Доброе утро всем! Сегодня у нас понедельник. И я
Сейчас буду завтракать. Свой первый завтрак из моего плана питания. Сейчас вам еще раз его покажу. Доброе утро. Какой кайф, когда у тебя есть свободное время, и ты можешь сделать все, что ты захочешь. И отдохнуть. Я выспалась. У меня много сил и энергии. Наконец-то голова начала работать, соображать. И до этого просто была нереальная усталость. Не хотелось ничего делать вообще. И сил ничего не было такого. Вот. Так что я очень счастлива. Я приняла правильное решение. Ну что, как и следовало ожидать, конечно же, после обеда у нас пошел дождик. Сейчас он уже закончился. Буквально 20 минут назад гремело, сверкало все, просто кошмар какой-то. И как я счастлива, что когда я сейчас вышла, это все закончилось. И вот так сейчас у нас каждый день в августе. Не знаю, поняли вы еще или нет, что у нас в августе это сезон дождей. И потом сезон ураганов идет. То есть август, сентябрь — это такие два самые месяца. Август — самый такой месяц, чтобы не приезжать во Флориду. Вот. Хочу подойти к океану, показать вам. Слушайте, да, гремит как. Такие вот дела. Я даже говорю, сегодня удивилась, что утром еще успела на буквально какой-то момент солнце достать. Вот так вот у нас здесь. Завтра утром хочу проснуться пораньше, часов 7. Там банан, видите, желтый банан возле дипломата отеля. Часов 7 хотелось бы проснуться и хочу прогуляться по другой стороне, не по пляжу, а с другой стороны, там, где я давно хотела как-то дойти, но так и не дошла. Вот. И потом дальше заниматься своими делами. Ну что, у меня время ланча. Сейчас буду есть свои махи-махи такос с кускусом. Здесь вот такой небольшой салса. И одна тортилья вот такая, чтобы туда засовывать махи-махи и вот этот соус. Ну, я думаю, что я не буду как такос сделать, я просто вот это съем. И все. Кто здесь? Так, хорошо, я думаю. Столько сегодня дела я сделала, которое я не могла закончить за последние, не знаю, несколько недель. Всем приятно. Только что смотрела за комментарии на видео, что я пошу по 16 часов в день для того, чтобы там платить за квартиру, за это, за то, что мне нужно учиться, чтобы так не пахать и чтобы не было замкнутый круг. И я это прекрасно сама понимаю, абсолютно с этим согласна, поэтому я и ушла с одной из работ. Теперь у меня есть свободное время утром, которое я могу посвятить учебе, которое я продолжаю делать. С 18 августа у меня начинается учеба. Один день это у меня будет на кампусе, и другой класс у меня будет онлайн. То есть я начинаю с двух классов в этот раз, и посмотрим, как это все у меня получится. Также я сейчас через пару недель буду брать еще один курс, курсы, в общем, кое-какие, потом вам это все расскажу, которые будут проходить 3 месяца онлайн, и которые тоже мне помогут найти хорошую работу в сфере, в общем, компьютерной сфере, скажем так. Вот, так что я тут понимаю тоже все, потому что так не может такого быть, чтобы я пахала целыми днями. Для чего? Чтобы заплатить, на самом деле, за свои расходы. И все? Нет, конечно. Нужно, если я хочу выбраться из этого круга, нужно что-то делать, нужно что-то менять. Поэтому я сделала первый шаг. Я освободила себе время. И я думаю, что это время я больше проведу с пользой. Занимаясь своей учебой, заниматься курсами, заниматься магазинами, своей фитнес-игрой и многим другим, чем я хочу заниматься, чем у меня не было времени последние месяц точно. Так что даже нет времени, собак было постричься. Так что начинаем на улице. Да. И хочу, конечно же, заниматься
больше видео для вас снимать, больше интересных видео, а не то, что вам показывать, что я ем и как я иду на работу и прихожу с работы. Все, что происходит в моей жизни. Вот, поэтому нужно менять эту жизнь. Что-то менять, чтобы жизнь поменялась, да? Вот. Я сделала первый шаг, и поэтому только приняла душ. И вот, что у меня сегодня на питание. Начнем с завтрака. Это у нас... Где же? Это завтрак. Вот он. Это у нас matcha green tea pancakes, strawberry с какой-то там варенье, ванила almond сироп и плюсом фрукты. А вот это у нас теперь на ланч. Это у нас махи-махи tacos с кускусом и овощами. И на ужин у нас сегодня это вот курочка, темный рис, овощи какие-то, что-то похожее на чипотли. Ну и собаки, которые вынюхали, конечно, это и хотят. Сейчас буду завтракать. Всем доброе утро, приятного аппетита. Боже мой, вода какая классная. Вода просто супер. Вчера был дождик почти что целый день, и она прохладная. Блин, я бы сейчас занырнула в ней, если честно. Очень классно. Но, к сожалению, я хочу кушать больше, чем занырнуть в океан. Завтра постараюсь проснуться пораньше, выйти на прогулку, пройтись на прогулку и потом в зал. Все, начинаю новую жизнь. У меня еще много грандиозных планов, с которыми я буду с вами делиться. Боже мой, как я давно не видела дневного света, вы не представляете. Вы понимаете, что я имею в виду. Так, ну что, пойдем ноги мочить, что ли? Жарко, невыносимо просто. Смотрите, как красиво. Океан сегодня тихий, спокойный, классный. Смотрите. Сейчас дяденька чистит бассейн. Все, можно в бассейн теперь будет ходить, и тренировку вообще. Все, как я хочу, так и будет. Вот, пока хочу пойти к океану, посмотреть на океан, может быть, даже помочить ноги. Пойдемте посмотрим. Сегодня хоть у нас солнце выглянуло, вчера с самого утра дождь. В общем, сделала на ноги пару упражнений, на пресс, на руки, и поняла, что у меня реально просто нет сил, что я хочу есть. Вот, поэтому я сегодня тренировку свою закончила. А вот с завтрашнего дня, так я сегодня не буду работать целый день, у меня будет больше сил, и я уже с завтрашнего дня на целый час на тренировку. В общем, сделала 10 минут кардио. Буквально 4 упражнения. И поняла, что у меня нет сил. Всем доброе утро. Время 8 часов утра, и я пошла, нет, не на работу, я пошла в тренажерный зал, потому что я ушла с моей дневной работы. Я приняла для себя такое решение и ушла. И теперь у меня есть свободное время для того, чтобы ходить в тренажерный зал, для того, чтобы учиться, делать домашнюю работу, делать свой магазин, делать свой фитнес-проект и многое другое полезное. Вот так вот. Настроение замечательное. Пойду потренируюсь, потом покажу вам, какие мелы мне привезли на сегодня. Всем доброе утро. Время 9 часов утра. Я хотела, поставила будильник на 7 утра. Хотела пойти прогуляться, но... решила поспать еще больше, но я
хорошо. Я в такое состояние, знаете, сейчас, мне кажется, мне нужно отсыпаться просто каждый день в течение недели, чтобы отоспаться за все, что за последние месяцы работы, скажем так. Вот. Но все равно сейчас приду в норму, привыкну к новому расписанию и уже, как сказать, буду уже смотреть и пытаться вставать раньше. Завтра встаю раньше, никакого поспать до 9 утра, это уже слишком много. Завтра встаю пораньше, пойду в тренажерный зал и дальше буду заниматься своими делами. Хочу показать вам свои питания на сегодняшний день. Кстати, на этой неделе я вот заказывать милы, на следующей неделе я не буду заказывать. И мне сейчас интересно стало, еще Кэтрин просила, помните, как давно-давно мы заказывали коробку Blue Apron, что ли она называется, где там приходит тебе три рецепта, и ты готовишь сам дома по рецепту, где тебе приходят рецепты, уже готовая еда, ингредиенты, и ты просто делаешь мел. Вот, и я думаю, что попробовать заказать снова эту коробку, потому что Кэтрин тоже интересная. Получится поготовить. Я думаю, и вам будет тоже интересно показать, поснимать для вас. Вот, посмотрим. Я тоже открывала веб-сайт и смотрела. Думаю, что делать. Вот мои планы питания на сегодня. На завтрак у нас идет lemon chia seeds pancakes с сиропом и с фруктами. Скажу честно, у меня снова появилась изжога от этой еды. Я все время, я как раньше тоже не ела, у меня все время появлялась изжога, особенно от завтрака. И вот эти всякие соусы, у меня, видимо, желудок не воспринимает. И вот. На обед, значит, у меня идут pumpkin, это у нас тыквенное кашу, chicken curry, over coconut rice, рис, курочка с карри соусом и с овощами. И на ужин у нас с вами идет, сейчас прочитаем, курочка с салатом кейл, хэмп, флэш, сидс пасто, в общем, соус пасто сделан из семечек всяких разных, аспарагус, томейта, и вот здесь у нас что еще, свис чард, в общем, видите, аспарагус, и там какая-то внизу еще есть какая-то там каша. Такая вот еда. Ладно, сейчас буду завтракать. На Инстаграм я снова выставлю все эти фотографии и подробно внизу напишу, что из чего и как. Всем доброе утро и приятного аппетита. Буду сейчас кушать. Доброе утро всем. Сегодня четверг, 8:30 утра. Я пошла на тренировку к себе в зал. Я сегодня планировала пойти на кроссфит со своим знакомым. Договорились на 9 часов утра, ну и вот сейчас буквально за полчаса до тренировки он пишет, давай перенесем на завтра, потому что я устал, не выспался, сил совершенно нет. Но я не только думаю, немножко все брать спать. Я решила пойти к себе в зал, взяла свой преворкаут и сейчас хочу сделать тренировочку какую-нибудь. Какую еще не знаю, не планировала даже ничего. Сначала начну с кардио на дорожке, и там у меня уже какие-то идеи придут, что я буду делать. Но не на ноги, потому что на ноги у меня очень сильная нагрузка каждый день. На улице сегодня просто офигенно. У нас опять закрыт бассейн. Не знаю, что они там делают. Чистят его или еще что-то. Что очень часто они его закрывают в последнее время. Иду, позанималась, вся мокрая. Такой кайф, такое ощущение, как будто на курорте, на каком-то на отдыхе. Наконец-то у меня начинает появляться это чувство. Смотрите, я все употела вообще конкретно. Сделала тренировку на руки. Выставлю ее для вас на Инстаграме, если кому интересно. Так, ну что, новость дня вчерашняя. Мне вчера сказали, что я официально теперь full-time у себя в отеле. Full-time это значит полная рабочая занятость. Если я до этого работала раз в неделю, два в неделю, то сейчас 4, 5 и 6 дней в неделю. Вот так вот.
солнце ярко, меня очков не отсыпает. Красота. Красота. Пойду в машину зайду, хочу забрать воду свою. И домой завтракать, показывать вам сегодняшние планы питания. Решила немножко отдохнуть, посидеть здесь возле кабанов, возле бассейна. Что спешить, правда? Можно расслабляться. В общем, только что вышла на пляж, снимала для вас, и там мужчина был в трусах. А скажу вам, и это меня на мысль навело еще одна особенность отличия американцев от европейцев, русскоговорящих. То, что американцы не носят плавки, вот такие вот спидо, как они называются. Все американцы, мужчины, одевают шорты. Шорты такая, ну, конечно, русскоговорящие, кто еще в таких труселях, если бы у нас были. То есть для меня это уже просто какое-то, не знаю, настолько это непривычно, поэтому можно отличить, это турист или это местный. Потому что здесь очень религиозные люди. И они себе не позволяют одевать таких плавок, то есть поэтому у них всегда шорты до колена у мальчиков, у женщин всегда купальник, нет такого, что есть открытый верх, это здесь такое не принято, это здесь ненормально, если вас увидят на пляже так, то, наверное, вызовут полицию. Есть специальные нудистские пляжи, там, пожалуйста, ходите. Но на обычном пляже, если вы без толпа, то вы в у вас будет проблема. Вот. Вот такая вам еще одна особенность. В общем, сейчас я пойду домой, покажу вам планы питания на сегодняшний день. И я думаю, что это видео я уже буду заканчивать, потому что оно получится достаточно долгим. И следующий уже влог у меня будет за, получается, за выходные, пятница, суббота, воскресенье, которые я буду работать. На следующей неделе хочется более серьезно заниматься своим каналом, снимать больше видео. Сегодня-завтра буду думать, какие видео для вас снимать. Ну, было бы классно, если бы вы написали комментарии, чего бы хотели услышать, увидеть. И я буду пытаться это воплощать, потому что сейчас у меня есть свободное время. Вот мои питания на сегодня. Завтрак. На завтрак, значит, у меня raspberry baked french toast. Похоже больше не на french toast, а на какой-то пирог. С сиропом и фрукты. На обед это у меня вот эти митболы, шарики из индейки. Вот это нюдл, сделанный из овощей. И брокколи. А на ужин у меня сегодня это jerk chicken с манго глейз, какой-то соус, coconut, вот этот рис, здесь какие-то бобы со вкусом coconut, jamaican rice and peas, а вот это вот с coconut stew, вот такие вот. Выглядит совершенно неаппетитно, думаю, на вкус это вкусно. Вот это я бы сейчас прямо съела, я такая голодная. Ну, будем завтракать вот чем. Я бросила стирку. Завтра у меня последний будет. План мне пришлют. На следующей неделе я не стала брать, потому что я вам говорю, что у меня... Я совсем забыла, что у меня от этой еды появляется изжога, и желудок у меня немножко начинает побаливать. Так что на следующей неделе будем правильно питаться самостоятельно. А через неделю уже будем смотреть. Хочу заказать все-таки эту коробку, потому что это мне тоже интересно вместе со мной поготовить и покушать. В общем, посмотрим, что придумаем. Следующая неделя будет обычный супермаркет и правильное питание. Буду вам тоже это все показывать, делиться. Все, всем доброе утро, приятного аппетита. Я сейчас буду завтракать. Это видео я буду заканчивать и уже увидимся с вами в следующем.